Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чуфай Геймс. И, ребята, сегодня у нас рубрика «Битва автогонщиков GTA 5». Здорово, братва! Так, макак, на тебе по шапке за то, что агришься. Короче, ребят, сегодня у нас довольно-таки интересный район. Это район колледжа, район гольфа и, получается, большого отеля, возле которого мы начинаем. Что ж, сейчас мы отправляемся прятать тачки. Ну и, собственно, ребята, я вам покажу, куда мы спрятали машины. Ты готов? Погнали! Погнали. Что ж, ребята, жемчужина моей коллекции — это вот такая вот пятнашка, которая будет стоять вот здесь вот. Итак, ребята, следующая тачка стоит на крыше гольф-клуба, это McLaren 720S, вроде, насколько я помню. Что ж, ребята, следующая тачка — это Bugatti, которая спрятана вот здесь вот в озере между двумя вот такими мостами. Итак, ребята, если Фанни будет внимательны, то здесь в районе, получается, особняка Playboy можно найти вот такую вот Alfa Romeo. Ну и последняя моя тачка, ребята, это Ferrari Enzo, стоит недалеко от самого начала, где ждет меня Фанни, поэтому будет интересно. Что ж, ребята, у нас есть ровно 10 минут, я включаю секундомер, и время пошло, давай, удачной охоты. Мне. Спасибо тебе тоже. Так, я, короче, поеду сразу на гольф-клуб, потому что это большая территория. А я в особняк Playboy поеду. Нормально так. Девчонка. Надо начинать с хорошего, понимаешь? Ну так-то я с тобой согласен. Расслабиться, а потом и поиски пойдут. Мне кажется, если расслабишься слишком хорошо, то потом поиски и нужны не будут. Опа-на, я нашел тут одну девочку. Правда, это Alfa Romeo, а не блондинка. Ну жалко. Да. Жалко-жалко. Я думал, что у них там дресс-код получше. Друзья, если вы давно хотели поиграть в GTA, то я приглашаю вас в увлекательный мир криминальной России на проекте NextRP. Здесь вы можете пройти дорогу из самых низов до самого известного человека на сервере, обзавестись друзьями, домом, тачкой и даже своим собственным бизнесом. Ну а если вам это уже надоело, то самое время заняться любимым хобби. Если у тебя слабый компьютер, то ты всегда можешь настроить игру под свое железо. Играй вместе со мной, вводи мой промокод и получай отличные подарки за каждый уровень в игре. Нас уже много, но не хватает тебя. Ссылка в описании. О, нифига, я его починил, аж встал на колеса. Так, окей, 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 блин, потеряли золотое время. Это плохо. Окей, окей, окей. Неужели здесь ничего нету, я не верю. Ищи лучше, братан. Так, здесь мое добро. Ну так, знаешь, гольф-поле-то оно вроде просматривается издалека, везде со всех сторон все хорошо видно, но я не уверен. Так, тут... Опачки! Приехал, короче, к столику нашему, где рулетку крутим, и нашел под водой Мерседес, видимо, утопленник. Да, я его не стал сильно глубоко прятать, чтобы видно было, потому что это совсем нереально будет. А я нашел пятнарик. Офигеть. Да ладно, вторую тачку уже, что ли? Да, да. Пока, значит, я здесь, вожусь в гольф... клубе, он находит тачки. Прошло 2 минуты, я уже, короче, гоню домой. Дикая обезьяна. По сторонам стараюсь смотреть. Да, я тоже. Только не всегда это удачно. Получо. Получо? Получок. От кого ты получишь? Показалось. Я думал, хотел уже обрадоваться, там, бананы, ящик бананов заказать себе. Нифига себе, макак-то, если гуляет, то гуляет нормально. Всем бананов. Каждому по банану, да? Каждому по банану. Так, окей, что-то мне не понравилось то, что я так далеко катался, ребят, поэтому я, наверное, сейчас поеду поближе куда-нибудь. Давай, давай. Я уже тут подъезжаю. С ручничком сейчас поворот войду. Так, окей. У меня передний привод. Ой, извините. Оу, спокуха. Я поеду вот сюда, вот в этот райончик. Тут вроде нычки были когда-то, я помню, хорошие. Так, надо все прочекать. Ну, что-то насквозь проехал и ничего не прочекал в итоге. Ничего не нашел. Так, я поехал. О, здорово. Здорово, здорово, обезьян. Здорово. Бананов нет, не подходи ко мне. Так, а ты на гольф-поле прятал? Нет, я-то спрятал, Мурзик. 222, а ты? Чем у нас отличился? Не знаю, я отличился тем, что у меня одна машина пока. Рассказывай, давай, братан. Все плохо. Так у меня, можно сказать, одна машина тоже. Так, вот здесь я помню, площадки есть интересные. Кстати, замечательная нычка для тачки. Надо повнимательнее поискать. Так, ты чего ругаешься, а, лысый? Иди пописай, мать твою. Так, блин, время 3 минуты 40 секунд. Пана. Че? Это, по-моему, не стоковая лестница, братан. Где гольф-поле. Ой, меня сейчас не забирает. Там голая попа просто. О, забрался. Блин, скилл-тесты твои. Опачки, нашел погани. Нашел погани, отлично. Фига.
Серьезно? Так, отличненько. Так, время 4 минуты прошло, так, а я отсюда не выезжаю. Я, да? Походу, мне кажется, сейчас третья тачка будет тут. Я надеюсь, это не троллинг, а то я тут по лестнице мучаюсь. А там, кстати, надо быть очень таким... Ой, а тут пешком, да, маневренным. Слушай, я нашел жесткую тачку, ты очень хорошо ее поставил, правда, она туда не выезжает. Какая? Это Zonda R. В смысле не вылазит? А, там, подожди. Там, короче, теннисные корды. Закрытые, ну, заехать полностью. Можно на мотоцикле, самое главное. Да, заехать я заехал без проблем, да. А-а-а. Так, 4 минуты 30 секунд. У меня всего лишь две тачки. У так. тебя пока тоже две, да? Третья. Я нашел Макларен на крыше. Так, я где? Не зря так, я потел. Макларен. Макларен — это хорошо, это дорого-богато. Так, а что с домом? Три тачки. Шикарно, шикарно. Я приехал на какую-то территорию, а у меня тут дома нету. Дом украли. Это как так? Вызывай копов, у нас хату украли. Да, да. Так, окей, соседний домик тоже, думаю, надо прочекать. Угу, это угу. самые такие, знаешь, последние далекие участки, которые надежда, раз просто да, заезжаешь, проверяешь и да, и сваливаешь отсюда дальше. Чё? У меня Астон Мартин. Yes. Чё? Ага. Я перевернулся. Да что ты делаешь, дурында? Мой мотоцикл портишь. Собака. Так, слушай, офигенное место. Глаза разбегаются, ничего не вижу, надо повыше. Опачки, нашел. Блин, нашел. Поле большое. Нашел Ferrari F60. Не зря сюда приехал. Офигенно, нычка, кстати. Я хотел уже, короче, наверх ехать, на крышу, с крыши смотреть получше. Тут еще бассейн такой красивый. Блин, офигенное место. Да. Слушай, на самом деле территория-то сложноватая. Много нычек, да. Очень много нычек. Мне кажется, я не успею все объехать. Так, ну ты не нашел вроде самую дорогую тачку, которую я для тебя приготовил. Вообще, мне интересно, ты ее заметишь или нет. Какая? Бугатти. Оу. Да еб Chiron? Твою мать. Chiron? У меня машина не едет, еще подрезают меня всякие уроды. Так, у нас прошло 6 минут, слушай, молодой. Серьезно? 6 минут, у меня 3 тачки. Блин, ну у тебя тоже 3 тачки. 3, да, я пока не могу найти. Это правда, у тебя пятнашка. Это за машину считать грубо. Так, ну у меня пока радует. У меня Pagani, как минимум, еще F60, которая дорогая. А ой, я аж подавился слюной, поэтому хорошо. Так. Где ты даешь, молодой? Че у плейбоев есть? Че по плейбоям, да? Есть что-нибудь у плейбоев? Я не помню, ставил я там или нет. О май гад! Чего ты не можешь? О май гад! Так. Так, ну... заедем сюда, проверим. Район-то интересный, только сложноватый. Так, я выехал на Макларен. Макларен P1, который вообще не закрытый стоял. И изи тачка просто. Изи. Так, у меня остается еще один район снизу, получается, где я еще не катался. Я красный Феррари нашел, это Энц или что это? Красный Феррич? Тут рядом прям с отелем, офигеть ты, это, конечно, шутник. Ну, кстати, да, о, это Зенторна, что ли, такая? Так, ну, кстати, да, он там изи стоял. У тебя тоже, да? Да. Короче, время прошло 7 минут 20 секунд, ты откроешь мне сегодня калитку? Так, окей. Нормас. Слушай, ну так-то no bad. Макларен-то катается. Стер конкурента, так сказать. Ну, твой, мотоцикл, да, берем? Так, 7.40, да. Слушай, вот ну неплохо, и ты хорошо. Привет, смотри, может повернуть камеру. Вот тебе мой привет, сам смотри. Вот видишь, в сторону тебе его показываю. Так, остался вот этот район, где я еще не катался, поэтому я... Тут не врезались, да? Я врезался, отлетел, но выжил. Спрятал это, Верон, признавайся, братан. Верон спрятан очень хорошо. Надеюсь, не в воде? Ну, возможно, и в воде, но он спрятан очень хорошо, я тебе еще раз повторяю. Repeat, please, да? Блин. Нифига тут... Мне кажется, я его не найду тогда. Домики-то. Так, а в гольф-клуб что-нибудь ставил еще второй? Ну, вот я такой же хотел тебе вопрос задать. Ну-н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 у-
Оу, мне кажется, я не успею пятую найти. Тем более ты говоришь, сложно, да? Нифига, найти? Тут шахматы стоят большие. Первый раз вообще вижу, что это за место такое. Это где, школа, что ли? Ну какие-то... Опа-па-па-па-па-па, я нашел последнюю машину! Я нашел ее в гараже! Чё-то?
Да, это Getter, да. Блин. Так, у меня еще минута 10 секунд, но я вроде успеваю ее догнать, если она не беспонтовая. А я, походу, не успею пятую тачку найти. Это у нас зона? Да-да. Слушай, я вообще в этот дом залез, получается, с другой стороны, я первый раз его увидел. А кто тебя просил туда залезать, братан? Ну, это просто единственное место осталось, где я не катался. Поэтому я как бы туда-то и целенаправленно ехал. Блин. Так, 9 минут 10 секунд, я пригоняю тачку, ребята, все, у меня все 5 машин, я красавчик, у Фани остается еще 40 секунд. Да, у меня габелла, походу. На самом деле, знаешь, когда я увидел твой мерс, я увидел только вблизи, прямо на него наткнувшись. Бугатти моя стояла тоже в воде, вот здесь вот между двумя мостами ориентир. То есть она еще красная, вообще плохо видно так в мутной воде. Ема. Ну здесь, короче, бешеные бабки, здесь больше 2 миллиона, поэтому ты... Жесть. Ты их просрал. Да, да, жестко. Вообще жестко. Окей, ребята, мы нашли практически все тачки, осталась только одна моя, сейчас мы отправляемся на их подсчет. Погнали. Что ж, ребята, мы почитали баллы, самое интересное, что Фанни не нашел дорогую Бугатти, которая стоит 2 миллиона 700, зато нашел пятнашку, которая стоит всего лишь 900 баксов. Короче, что у тебя выходит, давай. Ой, у меня есть, по-моему, 290 миллионов вышло в рублях. Ну, слушай, так ты неплохо. Угу. Тут, наверное, Энза дорогая самая, и Макларен. Да, да. Короче, у меня все намного лучше. У меня здесь P1, короче, GTR гоночная, которая стоит 2 900. Также Ferrari F60, которая 2,5 стоит. Офигеть. Остальное уже по мелочи, то есть там, ну, такие копейки, даже меньше ляма, наверное. Mm-hmm. Может, лям наберут все три тачки. Короче, в рублях у меня 425 миллионов. Вот так вот. Если бы ты нашел Bugatti, возможно, ты бы меня еще обскакал. Да-да-да. Что ж, ребята, как-то вот так у нас получилось. Сейчас у нас будет 2 испытания, поэтому выбирай быструю тачку и погнали с тобой на драк. Go! Что ж, ребята, первое испытание — драк Макларен против Пагани. Ты готов? Да, готов. Раз, два, три. Но мне кажется, шансов нет у меня. Я с пробуксовочкой начал, да. Но, блин, да. Если бы тебе попался мой Макларен GTR, который, мне кажется, что это было бы намного интереснее. Но... Да, у меня 170. Он у меня. 251, и если учесть, что у меня покрышки еще выпирают из корпуса, это жесть. Офигеть. Да, жестко, жестко. А, ты еще даже не приехал. Да. Ну, овощной, короче, Макларен, это 720S, вроде, насколько я помню. Mm-hmm. Окей, ребят, балл достается мне, у нас следующее испытание — прыжок с трамплина. Погнали! Что ж, ребята, прыжок с трамплина, Альфа Ромео, учительская, кстати, которая вроде летает, и Макларен P1, мой гоночный. Погнали. Тот самый. Ого. Ого! У тебя сколько он... Че, на дыбы встал, Альфа? На дыбы встал? Да-да-да. Короче, наеду пока 340. Так, серьезно? А скорость падает. Так, у меня уже 400. 390. Тё, 450. Братан. 410. 493 у меня максимально. Ты куда полетел-то? Прикуп, походу, братан. О! Прям рядом с ним, да, смотри. Оу, как я рикошетами прилетел, неплохо. Но этого недостаточно. Да... Обезьяна решила во все тяжкие пойти. Да-да-да. Понятно. Держи банан в штанах, понял? Что ж, ребята, вот такая серия сегодня получилась. По баллам у нас 2-1. Угнали просто офигенные дорогие тачки. Mm-hmm. Не нашли, блин, Бугатти, который стоит просто лютых бабок. Но это проблема уже обезьяны, а не мои. Что ж, ребята, ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И ссылки, как всегда, находятся в описании под видео на наш канал. И всем покедова. Пока-пока, друзья.